машину по какому праву заблокировали? Убирайте машину, у меня автомобиль находится в реестре для инвалидов. Выезжайте. У меня автомобиль зарегистрирован. Убирайте автомобиль. Где написано? Покажи. Где? Это неправда. Я юрист, вы можете сколько угодно доказать. Вы закон не знаете? Автомобиль убирайте, вы заблокировали мой автомобиль. Автомобиль уберите. Это вот волжские дали въезд. Вот этот человек заблокировал мой автомобиль. Чем докажете? Который находится в реестре для инвалида, перевозки инвалидов второй группы. Который бесплатно должен находиться на парковке. Вот есть свидетель, который подтверждает об этом. Автомобиль убирайте. Как его убирать? Это не мой автомобиль. Это ваш автомобиль. Ну, обеспечьте, это же ваша стоянка. Обеспечьте, чтобы этот автомобиль меня пропустил. В течение 5 часов обеспечить? Нет, так не пойдет. По-другому не надо. Нет, не пойдет. Убирайте автомобиль. Сейчас я пойду сниму этот номер этого автомобиля. Этот автомобиль заблокировал. Мой автомобиль целенаправленно вымогает мне деньги у меня. Для того, чтобы я оплатила